По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, с начала СВО подмосковные единороссы доставили более 8 тысяч тонн гумпомощи в новые регионы и на фронт. Для бойцов, находящихся на лечении в филиале номер 8 главного военного клинического госпиталя имени Бурденко Минобороны России, единороссы организовали концерт. На нем выступили Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова.